13 июня на территории города Кингисеппа планируется проведение 4-х русских газетских дней. И вот в целях подготовки к этому празднику здесь производятся работы на территории нашего парка. Территория парка вся будет задействована в проведении этого праздника. Активно будет, значит, проводиться, задействованы все участки. И сейчас идет реставрация некоторых вот участков. В данный момент вот это нижняя сцена нашего парка. Значит, устанавливаем сиденья новые, ремонтируем сцену. Значит, здесь будут происходить действия исторического характера, реконструкционные такого рода. Здесь будут лагерем стоять ротоборцы разного рода. Ну, и показывать свои действия. По ремонту. Ремонт, значит, вот сейчас идет демонтаж полный. Вот это покрытие, потому что оно уже ветхое, очень длительно не ремонтировалось. В общем, оно представляет уже как бы опасности. Все. Сейчас мы полностью демонтируем, значит, укрепляем основу и по новой ее реставрируем, будем говорить так. Электричество подведено, здесь будут концерты. На нижней картинговой площадке у нас, значит, уже подготовлено снабжение. Там будет так называемые едальные ряды. Кухня будет тоже в исторической форме, в такой более-менее представлена, чтобы как бы воссоздать культуру вот наших предков, быт наших предков и историю нашу приподнять, чтобы люди видели, вспоминали, участвовали в конце концов. На верхней площадке стадиона будет происходить рыцарское сражение, конное шоу. В общем, вся территория будет задействована.